Всем салам из солнечного Ташкента, друзья. Вот продолжаем наши поездки по просьбам наших подписчиков и зрителей канала Салам Уз. Вот мы сейчас под этой улицей Лапзак. Слева Анхор Парк, справа С-13. Сейчас мы приедем и удовлетворим еще одну просьбу. Я как-то бывал, наверное, не доехал, там чуть-чуть край дома было видно. Сейчас мы проедем, попробуем снять этот домик. Ну и дальше поедем по в сторону Юнусабада. И там у меня несколько заказов, кто просил. Смотрите, погода чудесная. Правда, вечерами и ночью холодно, прохладно. Так, мы уже подъезжаем. Все попробуем. Это 39-й дом. Вот он. С той стороны едем. Тоже человек несколько раз просил. Сейчас сделаем такой красивенький обзор. Оп. Вот он, 39-й дом. Надеюсь, видно. Большой такой, длинненький, оказывается. Так, навряд ли мы проедем здесь. Так, проезда, по-моему, нету. Вот он, 39-й дом во всей красе. Придется объезжать. Так, вот так сделаем, чтобы хорошо видно было. Вот здесь вот садик какой-то. Еще один плюсик заработали. Ну, теперь поедем в сторону Юнусабада. Так, здесь, оказывается, не проедем. А, здесь, оказывается, единственная эта дорога. Так ехать. Вот так вот. Здесь, значит, улица Лапзак. Видать, это единственная дорога подъехать к этому дому. Thank you.
поедем в сторону Юнусабада. Мы проедемся прямо, потом по Нурафшану и выйдем на Ахмад-Даниш. Вот дороги разбиты, много разбитых дорог. Да, суровая была зима в этом году. Ну, у нас прогноз 20 градусов показывает на будущее тоже. А вот слева, оказывается, 10-я школа была. Сейчас заезжаем на проспект Нурафшан. И еще насчет заказов. Ну, сегодняшний я, наверное, закончу. Все, которые я выписал заказы, на сегодняшним роликом, наверное, это все закончится. Но это не означает, что больше не буду делать. Конечно, буду. Просто кому нужен какой-нибудь просьба, какой-нибудь, ну, адрес показать, дом, улицу там или еще что-то. Если в моих роликах нету и надо будет туда заехать, то обязательно ключевое слово напишите заказ. И мне будет легче понять, что это просьба. И я смогу ее выписать. Может, я какие-то пропустил. Мы с вами вот так можем договориться. И мне будет тоже удобно, наверное. Я так думал. Второй квартал, у меня там были прогулки, но там другие дома какие-то надо было еще заказывать. Сейчас мы их снимем, потом 15-й и поедем на 19-й квартал. И на этом завершим нашу поездку. Мы сейчас едем по Ахмад-Даниша. Вот, вот такой вот сделали ее широкой, красивой. Здесь мосты такие вот. В общем, Ташкент преображается. И это радует. Вот даже горы видно. Не знаю, будет вам видно. У нас сегодня очень чистый воздух, даже горы видно. Так, после 70, сейчас сделали везде 60. Не везде, но с 1 апреля сказали по всему Узбекистану, по-моему, везде будет 60. Когда привык ездить 70, сложно ехать. 60, но нужно. В Европе тоже, а в основном 70. Тоже такая система была. 30, 50, 70, 90, 120. Здесь вот не знаем, как будет.
раньше, по-моему, существовал. Ну, ее тоже вот реставрировали, удобно сделали. Гаишников много здесь. Следующий поворот здесь. Значит, 29-й, вот 26-й, вот 29-й, 30-й, 25-й. В общем, этот райончик, ну, тоже проедемся. Так, здесь Арык. Пятый дом. Да. А туда мы не проедем. Он будет следующий заезжать. Интересно, какого они года построения? Так, сейчас выедем и заедем в следующий, попробуем. Через один въезд. Этот въезд заедем и в
второй квартал на этом, наверное, завершим. Вот здесь клиника медицинская. Вот так вот. У нас еще один следующий заедем. Второй дом. Да, они между собой не связаны, оказывается. Вот еще последняя. Заезд. Тоже проблемы с парковками, значит, получается. Да, интересные дома. Четырехэтажные. Вернемся. Вот. Это 31 дом. Ну вот, всю эту часть мы объехали. Так, теперь нам четырнадцатый квартал, оказывается, не 15, а 14 квартал, 8 дом. Мы к ней подъедем. Да, узко здесь. Сложно разъехаться двум машинам. Тарык такой маленький, узкий. Еще у нас новость какая была. Хотели бензин поднять с сегодняшнего дня, по-моему, цены на 80-й. Вот вчера объявили, что цены поднимут, а вчера объявили, что уже не поднимут. То есть цены остаются до конца этого года. Изменение цен на топливо
не предвидится, обещали, по крайней мере. Ну вот, пожалуйста, смотрите, какая красота. Справа Юнусабадский рынок, слева Мегапланет. А вот это вот здание уже построили, и там уже люди живут. В прошлом году я снимал, там стройка шла. Вот как меняется город. Справа 14-й квартал, слева 13-й квартал. Смотрите, как все здесь. Погода хорошая. Людей на улице полно. Конечно, в такую погоду дома не сидится. Вот какая красота. Да, здесь раньше по-другому была аллея, да? Кто помнит? Здесь базарчик был справа. Как раз ее проехали. Вот здесь мы сейчас заедем. Немножечко. Первый дом слева. Ну и восьмой дом, наверное. Да, вот он, восьмой дом. Не получится, придется вокруг ехать. Ну а теперь поедем этот участок. Поверните налево. Поверните направо, а затем поверните направо. Так, мы можем отсюда выехать на 19-й квартал. Ну и что, покатаемся вот по 14-му. Пятый, 17, 11, 16, 12, 15, 13, 14 дома все здесь.
14 квартал Юнусабада. Вот, пожалуйста, кто здесь жил? Юсупова. Ну вот мы и Юнусабад. Честно сказать, я не знаю, какие здесь квартала. Ну, это 4, знаешь, здесь 15 слева, наверное. Ну, а дальше не знаю. В любом случае, вот покатаемся. Мы едем 19 квартал. Женька, друг, как ты просил. Это вот привет Санкт-Петербургу, другу моему детства. Надеюсь, не обидится, что последним сделал. Вот, смотрите, как здесь красиво. Так, следующий перекресток, значит, 19 квартал получается. Вот как все здесь изменилось. Вот даже здесь вот ведутся дороги, бордюры вот поставили. Смотрите. Ну а вот он, 19 квартал. Ух ты, да. Ну это вообще... Смотрите, как красиво все здесь сделано. Вот он. Помню эту дорогу. Блин. Немножко так. Справа 19 квартал получается. Да, дорога здесь желает быть лучше. Смотрите, здесь вот тоже торговые ряды построили. Наверное, недавно еще все сдается в аренду. Смотрите. Как все здесь изменилось. Друзья, я в шоке. Сейчас здесь заедем вглубь квартала. Ну вот он, 19 квартал. Дом. До конца маршрута
посмотреть, как все здесь изменилось. А, значит, здесь с парковками проблема. Рыки поменяли. Такой вот ролик, друзья. Сейчас все здесь проедемся. Так, это какой дом справа? 18-й дом. Слева 19-й дом. Это 18-й дом. Дом. Ну вот такой вот ролик сегодня. Немножко вглубь еще поедемся, посмотрим, как там. Вот здесь вот магазины. Стройки построили. Так все изменилось. Здесь еще строят новостройки. Оградили их. Бездорожье, 24-й, 23-й дом. Ну, здесь вообще ничего даже не делали, по-моему. Сейчас я вам покажу, какой здесь. Вот. Так вот. Здесь огороды есть и еще. Вот как сделали, смотрите, кирпичом он обклеил. Так, здесь, наверное, дорога есть какая-нибудь. Надеюсь. Восьмой дом. Вот эта дорога должна куда-то выехать. Детский садик. Вот такой обзор, друзья, сегодня. Друзья, если будут еще какие-то заказы, пишите обязательно такое ключевое слово заказ и адрес, я их буду выделять из комментариев, сохранять и буду создавать маршруты, или если буду там по пути, то обязательно заеду. Вот так, если мы с вами договоримся. Ну, на этом, я думаю, сейчас проеду вот так весь квартал. И наш ролик закончим. Надеюсь, вам понравилось. Так, мы отсюда выйдем, не выйдем, даже не знаю. В общем, будем ехать. Городской дом ребенка, это, по-моему... Детский дом, что ли? Где-то должен быть выезд.
15 квартал, 7 дом. О, получился такой обзор 19 квартала, друзья. Слева вон спортивные площадки построили. Так, здесь мы должны, может быть, выедем. Надеюсь, есть. На этом, друзья, закончим нашу поездку сегодняшнюю. Всем удачи, спасибо за внимание. Пишите, как вам все это. Вот корзинка, выезжаем, да? Корзинка. В общем, мы, наверное, туда выехали. Сейчас попробуем ее объехать с этой стороны. И вот так ее вон там проедемся. Как все здесь изменилось. Еще покажу вам лучше, да? Пока время есть. Вот, смотрите. Здесь вот новостройки. Да. Вот новостройки, вот со стоянками, с навесом. Вот мы выехали куда-то. Здесь поверну направо, покажу вот эту всю красоту, которая здесь была. Вот смотрите, какое здесь небоскреб построили. Вот оно. Маркет, Carrefour Market. В общем, смотрите, как все здесь изменилось. Корзинка. Вот эта заправка, я помню, 20 с лишним лет назад она была такая, самая крутая. Ну вот. На этом, друзья, разрешите закончить нашу поездку. Всем удачи, спасибо и до новых встреч. До свидания, пока, друзья.